Как сейчас обстановка на вашем участке фронта? Как? Бывало лучше. Как? Как не братья себя ведут? Наглеют, пытаются постоянно провоцировать. Что происходит? Ну да, провоцируют. Он обстреливает. Почти каждый день. Ну вот сегодня утром тоже, да, обстреливали? Ну да. Попытались. Из чего работают? Да. Со всего, с чего. Бэха работает. Утесы, АГСы, подстволы, мухи, шмели. А кто сейчас там стоит? Нацбатальоны или ВСУ? Укропы. Обобщенно тогда. Ну да. 53-я бригада. 53-я бригада. Это вот недавно, да, поприлетало, я смотрю, новые. В крышу получается. Стену, в угол. Ну и вовнутрь еще прилетело. По поселку что же бьют, да, получается? Ну, по мирным. Да. Ну вон участок АГСами кроет вечно. А так. С утеса он долетает. Я тут бабушку встретил, говорит, сплю. Стену пробила, возле головы ляпнула. Бабушке повезло еще, да? Ну, то как посмотреть. Ну, могло ведь и убить. Ну, да. А представься, пожалуйста, какой твой позывной? Палестинец. А ты местный? Ну, да. Горловский, да? Горловский.